Хорошо, дай мне подуть в рог. Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Он меня помнит. Соболезнует вам и поможет. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. Он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезво. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь.